Здравствуйте, все, кто сидит и настырно пялится в мониторы, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь новое. С вами мистер ДВ, Байкальское ТВ и... Кирилл? Да, это он самый, Кирилл Амакин. И сейчас на вашем экране видите замечательного Бэтмена. Точнее, логотипчик и буковки. Это бета-версия как бы не вышедшего Бэтмена на Супер Нинтендо. Что же скрывается за вот этим вот прекрасным логотипом и нашим любимым персонажем? Сейчас мы узнаем. Пардон. Самвер и Готэм Сити. Ну, неплохо. О, господи. Что с тобой сделали, Бэтмен? Ты стал каким-то накачанным стариком. Не знаю. Мне кажется, пельмешки были вчера лишние. Да. Что-то какой-то огромный Бэтмен. Накачанный такой. Какой накачанный такой Бэтмен. Да-да-да. Ого, враги гораздо больше Бэтмена, и я скажу, все они на одно лицо. Одного зовут даже Георгий. В этой игре можно побить Георгия, ну, конечно, без обид. Если нас смотрит Георгий. Если нас смотрит отец Георгий из Half-Life, только без обид. Да-да-да. Кстати, похож. Немножко. Это в прошлой жизни. Да. Боб. Боб. Это Боб Марли, ты ли это? Боб Марли. Мы едем в сухое дерево, можем наблюдать, какой Готэм Сити весь в ярких красках. Это Гопник Сити. Разноцветный, в ярких красках, что наполнит детский мир. Это лучший мой подарок, это детский сувенир. Это игрушка Педомир. Че там, дохлая белая собака, что ли? На заднике. Это собака из Гриффина. Стюи все-таки убил его. Или Брайан. Брайан, что с тобой? Брайан. Кстати, вы можете заметить, что мой показатель жизни уже снизился до нуля, а я до сих пор продолжаю жить. Это Джокер? Это точно не одно из творений. Это Мэрилин Мэнсон. Это Мэрилин Мэнсон. Куда он ушел? Куда вот? А почему, когда я его бью, он становится, во-первых, каким-то желтым и формой, как вот те головорезы или кто это был? Я убил Джокера. Ты попробуй удай Мэрилина Мэнсона и посмотри, что будет. Типа первый уровень закончился, второй уровень. А как он так резко с порта ушел куда-нибудь, не знаю. А почему он так интересно задирает свою ногу, смотри. Да-да, когда он ударяет, я заметил, он ногой упирается. Такое ощущение, что все хочет увидеть свою могучую грудью. Да-да-да. Эй, Бэтмен, ты, конечно, крутой, но своими большими сиськами ты никого не убьешь. Что это было? Я завис в воздухе? Да. Смотри, как он прыгает. Свою мускулатуру вот показывает. Он как бы старый и надеется, что кто-то удивится, скажет, вау! Если кому-то нравится Бэтмен, не смотрите на Бэтмена. Бочки и что? И все? Это, блин, все? Это, блин, все. Ну, тут где-то должно быть продолжение или какой-то намек, я не знаю. Ну, видать, нет. Ладно, продолжаем. Итак, мы решили сыграть в другую игрушку. Называется «Смерть и возвращение Супермена». Кстати, от Blizzard. Blizzard. Мы видим кровушку, точнее кровавый знак Супермена. Ой-ой-ой.
Что это? Mortal Head? Не знаю, что это такое. Это Mortal Head? Это Металлика? Нет, это Супермен! Метрополис. Настоящие дни. Мирное лето. Подожди, хоть как-то сейчас настоящие дни. Какого Метрополиса? Завершает свою активную деятельность. Какие-то нигеры. Ой, точнее, какие-то там дебилы отключили все электричество. Это работа для Супермена. Он похож на бабушку в очках. Это уровень первый. Сайдж оф зе Андерволдерс. Вот так. Ну ладно, посмотрим, что-то играет и... Опа. О. Это что за козёл? Голубый козёл. Что ж такое много голубых? Ну ладно. Смотри, ты видел? Хопа, я могу потаскать козла за шею. Погоди-ка, чё, я не надо? Ну-ка сейчас. Кумпарсита. Это типа... У меня как будто не лазерный взгляд, у него башка просто взрывается. Когда он стреляет. Это жестокая игра. Это действительно жестокая игра. Бэтмен танцует танго, у него взрывается башка. Это что за чувак с пулеметом? Такой, какой-то хилый чувак. Очень похож на персонажа из игры Сталкер. Чё, армия козлов каких-то? Армия из козлов. Ой. Ну это хватит этого мужика, задолбали уже. Это пропаганда мужика какого-то. Ну слушай, хватит мужика с пулеметом. И мне игра нравится, по крайней мере то, что угодно называется башка, и это круто. Да, хорошая игрушка, я ничего не говорю. И не в каждой игре можно потанцевать со своим врагом. Да. Кстати, насчет этого. Сейчас. Тан-тан-тан. Жалко, что на короткое время, но потанцевать можно, ничего страшного. И главное, обрати внимание, то, что этот бедный чувак с оружием никак не может его применить. Он как подходит. Извините, можно я постреляю? Я постреляю, можно? О, он может летать, и это вдвойне круто. Берем букву S. Она означает сукин сын. Это была маленькая подсалка. Да. Нет, чё, обрати внимание на вот этого чувака с пулеметом. Походу, говорит, извините, можно я немножко постреляю? Я как бы немножко, но можно. Супермен сам идет и в бездонную яму. В бездонную яму. Падает. Ой, можно я постреляю? Ну, мне пострелять нужно. Да. Он как бы стесняется не в ту сторону, мы просили туда. И в конце погибают, да что это такое? Козлы какие-то модифицированные. Как их зовут? Сатиры же? Или как их? Таких козлолюдов? О, это чё за... Это... Перекошенный Metal Sonic. Это прототип Metal Sonic. Это тебя перекосило, а? Тик. Его зовут Тик. Нет, это знаешь. А где так? Это выкидыш Эмми. Если это Тик, то значит где-то будет так. Нет, это выкидыш Эмми. Ага. Ну. Сразу роботизированный. Ну, мало кто знает. Давай станцуем танго с тобой. Нет, тут нельзя танцевать, тут как бы не танцевальная зона. Ах, я сейчас умру своей же вине. Убью этого Metal Sonic'а, чёрта.
Это не Metal Sonic, это выкидыш Sonic. Это выкидыш и Sonic убьёт. Я уже сказал, да. Да-да. А, честно говоря, количество голубых козлов на одну игру превышает просто. Голубые козлы. Их слишком много здесь. Ну, опять чувак, пусть да постреляй. Ну, я здесь вышел, но мне надо пострелять. Ну. Мне пофиг, куда его, что я просто могу в стену стрелять. Не, там внизу тира, и я с этим пулеметом по-любому выиграю. Неудачник. Как будто Супермен ждет, когда зайдут обычные люди там с работы, допустим, те же сатиры. Нет, и надо ему избить их. Конечно, если бы увидел Супермена, который, блин, ходит тут башкой, взрывает, танцует танго с врагами, я, наверное, так же взял пулемет. А, подожди-ка, а я уже сомневаюсь, что это выкидыш Соника и Эми. По-моему, это выкидыш этого. Тейлза! Ух, блин, это вообще не похоже на Лиса. Да, но ты посмотри внимательно, он управляется на какой-то летающей фигне. Я вижу значок. Что падает? Ой. Ай. Ух. Ау! Какие-то желтые камни. Это золото! Ну давай. Че это валяется? Подниму-ка это, что тут лучше. Подниму я, пожалуй, бурильную машину. Че стоит-то? Как его зовут? Ивдор или как-то там? Может, Егор? Не, ну, серьезно, я говорю, что единственное, кто здесь раздражает почему-то, это голубые козлы. Да, красные козлы, да? Тебе нравится. Ну, красные, они как-то похожи больше на какие-то жутковатые, как и голубые козлы. Не очень. Голубые козлы. Голубые козлы раздражают они. Оля. Причем накачанные голубые козлы. Не просто какие-то козлы голубые, а просто накачанные голубые козлы. И опять мы встречаем деда Егора, который тут ходит, значит, это, с пулеметом. Это знаешь, как это, трудно жить в деревне без нагана. Вот. Трудно жить в деревне без многостволки. Я сейчас начинаю догадываться. Это дед Кузнеч и его стадо козлов. Поскольку его было одиноко в деревне, он стал плодить козлов. И некоторые из них были голубые. Ну, так получилось. Ему было скучно, а бабка давно умерла. Это выкидыш Тейлза от Соника. Да. Что? Что? Ты сказал страшную правду. Опять дед Егор, бедный дед Егор тут. Кстати, заметьте, у него руки-то волосатые и ноги он босой. Видать, последнюю свою шкуру продал, чтобы ради этого пулемета. Я его называю не Егором, а Кузнеч. Нет, Кузнеч. Его стадо козлов. Кузнеч. Ну здесь написано Егор. А, дед Егор, ну простите, я не знал. Хотя какая разница, Егор Кузнеч. В этой игре мы будем мутузить деда Егора и его стадо козлов. Это какая-то деревня, видишь, он как все обустроил. Видимо, туда упал тунгусский метеорит. Ого, ого-го, это, наверное, первый босс. Ну что ж, я готов тебя встретить. Мой лазер из глаз тебя ослепит. Ведь я Супермен! Я сдох. Убей его. Как его? Его зовут Клаустер. Чуть ли не Клястер. Я не знаю, кто ты, но, блин, плохой чувак, он будет страшный, и от него воняет. Ты чувствуешь, как от него воняет? Я да, тоже... это уникальный случай в игре. Да. Надо просто его бить. Я думаю, какая-то тактика нужна, как в Мегамэне. О, встал. Мол, я такой крутой. Пошел, опа.
Не, новые типа новости. Новая флешка, что ли? Новая флешка, блин. У меня появилась новая флешка, это срочно! Если честно, я не читал этот комикс, типа, смерти, возвращения Супермена. Ну, я так, знаю. Этот парень был похож на персонажа из мультика «Люди в черном». Думсдей в метро. Да, Думсдей, я, по-моему, знаю этого персонажа. Это парень, который переиграл в игру Doom? Это парень, который выжил. Да, он переиграл в Doom. Явно. Ну, я думаю, здесь остановимся, в следующий раз тогда начнем с нее. Да, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и делайте все, что хотите. Ладно, всем пока.